наверное, просто на такой мажорной ноте надо заканчивать. Она такая, сады, пожалуй, веселая. Вот тоже тот вариант, когда даже не сказать, что музыка-то моя. Потому что музыка там проще не бывает. Два прихлопа, три притопа. Но песня моя. Я их соединил. Тишина, как у гроба, и ночь, как гудрон, черна. Не трезвонит трамвай, закрыто давно метро. Фонарем семафора на небе горит луна. Я гляжу на нее, где-то там космонавт Петров. Я его в окуляр телескопа всю ночь искал. Миллиардам землян интересно, не только мне. Что он делает там в одиночку средь белых скал? И вообще, за каким мужика понесло к луне? Безусловно, затейник Петров не такой, как все. Завсегда из огня в полымя с корабля на бал. Если просто вчера натерялся, в маршрутку сел, задремал под шансон, остановку свою проспал. Было бы ладно, нашли бы у бабы не в первый раз. Только баба его в Сестрорецке грустит одна. Вот сижу и гляжу битый час, не смыкая глаз. В море ясности, ну нет ее ясности ни хрена. Началось со шального звонка, что взорвал эфир. Что они ждали диверсии, печень вам сто херов. Я с прибором кладу на правительство ЦУП и мир. Все затрахало, кто говорит, космонавт Петров. Не пытайте, не умоляйте, я не вернусь. Проклинаю поганую землю, плененную луной. Передайте супруге за ночь на кухне, длюсь. За кастрюлей, и ровно ты ищешь, ну бай, не ной. Звонил и пропал, и три дня напролет молчит. Вечно спрячься так, не найдет никакой глонасс. И до Фени Петрова, что ищут его в ночи. Он идет по луне, и оттуда плюет на нас. Наконец долгожданный звонок принимает суд. Я с похмелья в скафандре, без пива, без корабля. Как сорвался с орбит, не помню, ой, не к лицу. Сиханул, виноват, мужики, заберите. Ну, конечно, потом много раз написал, но нет. Передали итоги и время, сказал маяк. Космонавта Петрова ни в списках, ни в жизни нет. Мол, прорвался в эфир аферист, наркоман, маньяк. Вот и ладно, и славно, что жизнь веселее течет, если нет мудака, наломавшего кучу дров. И никто не узнает, что нынче в сливной бочок перепрятал задачку от гусь хитрец Петров. Есть неловкий момент, здесь, увы, не рассеян мрак. Факт, который не в силах никто объяснить никак. Почему в полнолуние может любой дурак прочитать на луне непечатное слово? Так.